Всем привет, я Димон, с вами Автогода, и это серия коротких роликов Quick Guide. Сегодня говорим про умные системы в автомобиле Amoda C5. Начнем, конечно, с главного. Это системы ADAS. Расшифровывается это как Advanced Driver Assistance Systems. Если по-русски, то это общее обозначение всех современных систем помощи водителю. ADAS в Amoda C5 включает в себя такие крутые фишки, как адаптивный круиз-контроль системы помощи в пробках. Не все адаптивные круизы умеют ездить в пробках. В Amoda умеет, и это очень удобно. Еще есть система экстренного торможения и предупреждения о фронтальном столкновении. Также есть системы помощи при смене полосы движения, помощь при перестроении, предупреждение о покидании полосы и система аварийного удержания в полосе. За эти системы отвечают радары и камеры, которые устанавливаются спереди. Еще два радара, как правило, устанавливаются в задних крыльях, и они отвечают за мониторинг мертвых зон. Еще в C5 есть удобнейшая система автопереключения ближний и дальний свет, чтобы не заморачиваться, когда едешь ночью. И, конечно, в автомобиле есть парктроники и круговой обзор. Камеры можно активировать вручную, если надо, они будут работать на скорости до 20 км в час. Еще тут продвинутый голосовой ассистент, который активируется кнопкой на руле, фразой «Привет, Amoda», ну или вообще можно задать любую свою фразу, которую вам хочется. Умеет он намного больше, чем аналогичные системы у других автомобильных брендов, да и, честно говоря, везде, где я пробовал эту функцию, они работают, мягко говоря, ну не совсем корректно. Давайте попробуем тут. Открою люк. Хорошо, открываю люк на крыше. Закрою люк. Хорошо, я закрываю люк на крыше. Мне холодно. Окей, повышаю температуру до 27.0 градусов. Включи музыку. Не вижу музыки, которую я могу включить. Да, действительно, у нас в мультимедиа-системе не загружена сейчас никакая музыка. Открой все окна. Хорошо, открываю. Закрой все окна. Закрываю все окно. Также он может управлять подсветкой в салоне, можно настраивать Follow Me Home или управлять мультимедией. Можно регулировать температуру, звонить или включать и выключать ассистенты. Итого, он стильный, он умный, он безопасный. Он собран из проверенных и обкатанных технологий и решений. Как по мне, у этого автомобиля точно есть будущее. А что думаете вы? Пишите в комментах.